красота какая. А вот то, что откололось из того кристалла. Наверняка. Точно. Нифига себе. Нет, это другой синтез. А, да, нет, осколок. Нет, это от него. Наверное. Только вот как его применить? Конструктор, блин. Да ладно, Саша, это не суть важно. У нас времени нет. Я знаю, мне просто интересно. Этот конструктор ты дома будешь делать. Так надо в один отдельный мешок только. Спочатку снимать. А слюдки нет такой, да, этой? Московит есть. Московит есть, но мелкого московита нет? Нет, сирицита нету. Сирицитовый такой. Не знаю, куда родился. Это плохо. Куда делась? Должна быть теоретически-то здесь. Если это занор, а если нет, то да, не должна. Ну, если катман, то с такими кристаллами это... Ну так, ну, большой, конечно. Ты комментируй, если что найдешь. Если я что-то найду, то вот... Я снимаю просто твою дуру. Фукситовая слюдка. Ну это так, это на шпате, она везде похоже идет. Стал не так. Вот так надо. А, тогда, наверное, не кристалл. Нифига. Да нет, наверное, уж подозрительно. Подозрительно большой? Подозрительно большой. Да нет, наверное, просто кармашек был какой-то. Наверное. Сюда глина не такая. Глина не такая, берил не в такой глинке бывает. Да это вообще какой не занор, наверное, такое чувство глина. Ты бы сказал, межзаноршевая какая-то. После заноршевая, как угодно. А вот еще один кристалл. А вот еще один. Да? Да. Интересно. Как вот вгрызаться сюда вот неохота прямо. Ну давай я отдолблю. А не получится вот эту штуку снять? Или вот эту? Ну давай я подолблю. Сейчас. Давай. Расширим горловинку. Осторожно. Такие моменты надо снимать. Да вот как-то не могу никак подобраться. Время 17:01. С одной стороны вроде здесь все понятно. С другой стороны... Это кристалл все же, да, вот этот здоровый? С одной стороны шпат, а с другой стороны кристалл. Вот кристалл, вот шпат. Наверное, шпат, может, и нет. Тут глина, непонятно. Вот это, что точно шпат. Ну расскажи что-нибудь тогда хоть. Ну что пока рассказывать. Мы сейчас решили занор не брать, потому что так весь материал на стенках убьем, как уже бывало не раз. Решили снимать камни. А там уже видно будет.